Что касается развития личности. Сегодня личность, которая занимается предпринимательской деятельностью, очень сильно отличается от людей, которые просто хорошие топ-менеджеры. Это разные люди. Тот, кто рискует, и тот, кто работает на кого-то, управляя финансами, управляя предприятиями. Даже если вы стали хорошим, отличным топ-менеджером, у вас отсутствует главный элемент – ваш собственный риск и ваша собственная ответственность за людей, которые работают на вас, за свою семью, свое окружение, за состояние своей семейной экономики, экономики корпорации, и как факт этому развитие своего места в общей муниципальной системе предпринимательства в вашем городе, в вашем регионе. Отличие между предпринимателем и хорошим работником заключается в том, что предприниматель с юных лет отличался какими-то определенными качествами. А. Он был более шустрый. Б. Он был более самостоятельным. Он мог сказать «нет» там, где он должен сказать «нет». Он был менее подавлен своими родителями, и он был менее восприимчив к тому, что его критикуют. Он понимал, что он мог учиться не на самые лучшие отметки, но он знал четко, чего он хочет. Умение и способность человека сказать «нет» обстоятельствам и попытаться изменить эти обстоятельства – это главное, что отличает сегодня предпринимателя от непредпринимателя. Что касается вообще системы раскрытия таланта, мы говорим, что нам все равно, как ребенок учится в школе. Более того, очень часто так бывает, что человек, которого в школе, ну, откровенно просто недооценивают, в этой школе проявляется как очень талантливый ребенок, потому что мы пытаемся всесторонне раскрыть его грани, в чем же он хорош. И раскрытие таланта через систему дополнительных школ, таких там, как арт-школа Леонардо, например, или система научная школа Эйнштейн, или школа Рока. Это раскрытие внутреннего потенциала ребенка, где он может проявиться как человек талантливый в чем-то. И наша цель к 15 годам сформировать у него представление, какой же самый главный талант в его жизни. И самая наша большая цель – это сделать так, чтобы он увидел способность свою на своем таланте зарабатывать в будущем деньги и быть абсолютно свободным человеком от денег, которые ему нужно зарабатывать где-то в другом месте, чтобы творить и делать из своего жизненного пути то, что он должен, к чему он должен прийти и чего он должен достичь. Самые талантливые люди, они свободны от обязательств. И самые талантливые люди, они способны создать свой мир таким образом, чтобы быть независимым от денег. Поэтому, чтобы стать талантливым, нужно найти в себе это зерно, рациональное зерно, чем заниматься всю жизнь, не тратить время на пустяки. То есть человек художник, но его родители врачи. И поэтому он идет по пути того, что он становится врачом, а потом врач в 35 лет начинает рисовать, прекращает свою практику и идет, становится художником. Но он мог стать художником в 17 лет, пойти в художественное училище, закончить его, открыть свою галерею или стать замечательным художником, который продает свои картины. И мы научим, как это делать, потому что мы выстроим перед ним четкую систему, как устроена система продаж, как устроена система аукционов, как устроена система заработка на различных мероприятиях для художников. Опять-таки, чтобы у него было больше возможностей творить, чтобы он создал свою художественную мастерскую, чтобы у него были помощники, чтобы люди занимались продвижением его имени, чтобы он формировался как художник, как предприниматель одновременно. И чем больше он будет свободен от денег и обязательств, тем быстрее он раскроет свой потенциал и тем больше он может уделить этому времени. Чтобы не получалось так, что банкир когда-то бросает все и идет жить как дауншифтер где-нибудь в лесу, потому что ему на самом деле хотелось заниматься своим здоровьем. Он здоровьем занимается, потому что его тянет заниматься здоровым образом жизни. И строить на этом свою империю предпринимательскую намного лучше и легче, чем то, что он всю жизнь занимался финансовыми подсчетом чьих-то финансовых отчетов, и он формировался как предприниматель, как человек, который себя не реализовал в тех талантах, которыми он обладает.